вечер. Наступила наконец-то долгожданная весна, и уже во всем чувствуется ее дыхание. Солнечное тепло начинает согревать наши сердца, а глаза начинают сиять счастьем и весенним светом. И в эти чудесные дни филармония дарит вам подарок. Необычную программу абонемента «Русские вечера» «Играй гармонь» и возможность познакомиться с новым артистом, талантливым гармонистом, чье искусство льется из души. Я приглашаю на эту сцену солиста Курской государственной филармонии, лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Дмитрий Шилов. Евгений Дербенко, «Родные напевы». Создающий произведения для русских народных инструментов Евгений Петрович Дербенко. Дмитрий всегда уважительно и трепетно, тепло отзывается о своем учителе и наставнике. И неудивительно, что в своих концертах он исполняет сочинения Дербенко. Следующее произведение, которое прозвучит, я думаю, особенно приятно исполнять Дмитрию на нашей сцене, потому что Евгений Петрович посвятил его нашему земляку, известному композитору Георгию Васильевичу Свиридову. Евгений Дербенко, «Весенний триптих в трех частях. В полях, хоровод, весенний шум».
Просьба, уважаемые зрители, не прерывать исполнение аплодисментами.
Принято считать, что на гармоне можно играть только барыню, страдания и цыганочку. Я же считаю, что гармонь – это инструмент с огромными возможностями. На нем прекрасно звучит и классика, и современная музыка, и оригинальные произведения. Сегодня мы сможем убедиться в словах композитора. Евгений Дербенко, «Элегия». Исполняют Дмитрий Шилов, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Надежда Гордеева. Thank you.
песни русским народным инструментом. Но мало кто знает, что привезена она к нам была из Европы лишь в 19 веке. С тех пор гармонь сопровождала русского человека повсюду. В походах, на гуляниях, на свадьбах и даже на войне. В конце лета 1941 года для поддержания боевого духа солдат на фронт было отправлено 12 тысяч гармоний. А уже осенью этого же года более 60 тысяч. Я думаю, цифры говорят сами за себя. Русский человек не представлял своей жизни без песни под гармонь. Музыка Макроусова, слова Исаковского. «Одинокая гармонь». Русская народная песня «Выйду на улицу». Исполняют лауреат международного конкурса Александр Авдеев, Дмитрий Шилов. Солнце, 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 рассвет, две искры.
города Ливны Орловской области. Но судьба сложилась таким образом, что 2 года назад он переехал в наш с вами родной город Курск. И за это время он с успехом гастролирует по районам нашей области. Во многих городах появились поклонники его творчества. Но Дмитрий не только солист филармонии. Он еще и преподает в Курском музыкальном колледже имени Георгия Васильевича Свиридова. С его воспитанниками вы сегодня сможете познакомиться в нашей концертной программе. Интересно, что музыкант еще пробует себя и в качестве композитора. В творческой копилке Дмитрия уже более 15 сочинений для своего любимого инструмента гармонии. И очень приятно, что некоторые его произведения исполнялись не только самим автором, но и другими гармонистами в различных городах России. Дмитрий Шилов, «Прелюдия». Thank you.
гармонь звучит в сочетании с голосом. Голосом прекрасной солистки Курской государственной филармонии Дарьи Переверзевой. Русская народная песня «Люба, братцы, Люба». И украинская народная песня «Ехали казаки».
Наши музыкальные вкусы меняются со временем, и гармонисты откликаются на современные тенденции. Сегодня гармонь великолепно чувствует себя и на эстрадном поприще. Евгений Дербенко, «Поезд мечты». Oh,
Пибальдиана. Thank you.
Закончилось первое отделение концерта «Антракт 15 минут». Мы с вами не прощаемся. Во втором отделении концерта музыкант выступит в качестве солиста оркестра. Евгений Дербенко, концерт для гармонии с оркестром номер 3 в трех частях. Аллегро модерато, протяжное, финал. Части не прерываются аплодисментами. На сцене оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина. Художественный руководитель и главный дирижер Павел Горбунов. Солист, лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Дмитрий Шилов. Thank you.
Дмитрий Шилов, рок токката. Мексиканская народная песня «Что за девчонка?» Thank you.
Евгений Дербенко, фантазия на тему песни «Очи черные».
Русские народные песни «Ах ты, душечка, коробейники». Солист, лауреат международного конкурса Александр Авдеев. Идет!
Петербенко, «Волжская рапсодия» номер один. Солист Дмитрий Шилов. Thank you.
Скребенко, «Частушки». Залихватская.
перепляс исполняет ансамбль гармонистов Курского музыкального колледжа имени Георгия Васильевича Свиридова. Руководитель Дмитрий Шилов. Мира, радости и тепла вам. Здравствуйте.